Морская стихия непредсказуема и опасна. Справиться с ней порой не под силу даже опытным мореплавателям. Отправляясь в дальние походы, севастопольские моряки полагаются не только на собственные знания и опыт. Они спрашивают Божьей помощи, заступничества своих святых покровителей и церковного благословения. Флагман управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота «Эпрон» покинул Севастополь и отправился к берегам Испании. С мая по июль «Эпрон» примет участие в международном учении «Болт-Монарх-2011». Перед началом морского похода по благословению владыки Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта отслужил на палубе судна молебен. «И дашь им силу и крепость, и мужество, и победа на враги креста твоего». Православная церковь всегда молится за мореплавателей, надеясь на Божью помощь в их нелегком служении. Командир спасательного судна «Эпрон» считает, трудно переоценить значение духовной составляющей в жизни экипажа. Духовное воспитание – это главное. Главное, потому что моральное состояние бойцов – это успех выполнения поставленной задачи. Обращаясь к морякам-черноморцам с напутственным словом, благочинный Севастопольского округа отец Сергий отметил, дальний поход для моряков – это испытание на стойкость веры, на стойкость любви к Отечеству. Служите верно, будьте послушливы своему командованию. Помните о том, что вы исполняете высочайший долг, который вверяет вам Господь. Вы исполняете долг защиты рубежей нашего Отечества. Вы исполняете великую христианскую миссию, когда готовы душу свою отдать за други своя. Перед отправлением в морской поход «Эпрона» по благословению владыки Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского, отец Сергий совершил чин освящения корабельной часовни. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, телекомпания «Корсунь», пресс-служба Севастопольского благочиния.